Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2011 год, в темно-синем цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 144 лошадиных силы. АКПП, передний привод, оригинальные литые диски на хорошей летней резине. Пробег 148 тысяч километров, аукционный балл 3,5. Имеются ветровики, спойлер, противотуманные фары. По салону у нас чистый ухоженный темный салон. Непрокуренные три ряда сидений, климат-контроль, кондиционер, экоспорт-режимы, хорошая мультимедиа. Также имеются подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, антифриз, электрорегулировка зеркал.